Видимо, текстуру застрял. А можешь узнать, почему граната не полетела дальше? Снайпера нет больше с нами. Не, тоже вроде где-то рядом попал. Все вроде. Меня также убил, который на боссе был. Ну так. Сбросить мы его сбросили, но гарантий, что он не реснется опять сейчас наверху, никаких нет абсолютно. Так, тех справа двоих нету. Пошел спаун чертей. Захуячил.
Я его из лука сейчас захуячу. Нормально. Какие, в смысле, не понял? Да, да, я же говорю, этих двоих нет. Я не расплачусь. И мне не надо это прикидывать, я в такой ситуации уже был. Я знаю, как это выглядит все. Вот он совсем улетел. Так, в гидру я попал анархии, она сейчас умрет. Охуеть! Не, тут надо маленьких убивать сначала. Это бред. Я что-то думал, что я все-таки лужу успею поставить, но мне пришлось прыгнуть, потому что циклоп меня стрелял. И, короче, они просто меня... загасили. Вот то, что он в меня сейчас не попал выстрелом, это прям чудо было. Мимо меня тело. Минус тут снайпер. У меня от тавра пошла граната. Лужи у меня больше нет. Тавра убили. Так, там что у нас? Минотавр есть, нет?
дело. А, он будет, когда спустимся. Пойду активирую все. Текаем. Слева снайпера. Никак попасть в него не могу. Все. Так, нижнего минотавра предлагаю сейчас жахнуть. Там уже хп немного осталось совсем. Бить у него желание стрелять нужно было. Так, верхний пошел. Все, что ли, все? А, не, вон там сзади где-то за камнями еще челики стоят. Эх, Маунтин Топ так с первого раза не убивает, если не директ хит попасть. Вообще капец жирные, ё-моё. Ну смотри, 11:30. Быстрее обычного. Я же стрельнул в нее. За зеленый. Смотри, кто-то застрял в камне, видишь? Вот, смотри, в камне у нас моб. О, он урон получает. Убил. Ебать, игрока. Норм, вообще. Тема. Блять, не добросил. Он тебя не ваншотнул? Как ты в кладезе, у тебя оверщит?
Ну, то есть, если все, что в этой игре есть, моды, заряд света, все вот взять, то тогда одна хуйня тебя не ваншотит. Понимаю. Нормально. Ну, все. Там циклопед есть. Ух ты, ух ты, ух ты, больно. Я пошел, каждый сам за себя. С кем-то он стреляется, с циклопом, по-моему. Да, тычечка сюда неплохая пролетела. Получи, фашист, гранату. Все, она вроде его не дамажит совсем. И он ушел из моего вижена совсем. А, вот, все, пришел. Это база ебучая. Ну вот, пошел хоть какой-то урон. Все. Фух. Чудики маленькие его неуязвимым делают. Тут ничего не, не, пока ничего не попишешь. Смотрим. Ну, сейчас вот сверху залезу, посмотрю, что можно сделать. К нам Минотавр пришел. Давай его захуячим. Пол гранаты только восстановил, не все. Мопчик стреляет, маленький. Меня за... меня вообще не проходит. Блять, блять, я в дрон еще наступ. Электрошок не проходит. Стена едет, осторожно. Так и не проходит. Не, все вроде прошло. Шам, можешь? А, нет. Расстрелял, да?
Ничего, надо этого верхнего теперь. Минотавр? Мы же убили его уже давно. Ну, кстати, 27 минут у нас здесь было время в тот раз. По-моему. А может, я что-то хреново помню. Убили? Пойдем вниз. Отсюда очень уж долго. Посрать. Идет. Остановишь его? Ставлю тут лужу. Обоих? Вон он идет. Хоп. Минус чушка. Циклопский этот. Ага. Еще один. Блять. Слушай, меня вытолкнуло. Огром, на. Да. Не умирай. Ну, я подпрыгнул, чтобы циклоп задоджить. Такое ощущение, что мимо тебя комета пролетает, если честно. Ой, блин. Я в него нацепил анархию, он раком встал после этого, видел? Че за приколы? Так, ну... Здесь мы убиваем все нормально вроде. И вылезут чучундры. Что случилось? Да, я вижу, но тут надо тех, которые размножаются, убить. Убили. Нет, еще один. Уже два. Гранату им дал. Сейчас посмотрим, чем это закончится. Вроде убили. Так, с этого щит снял. Запиздим уж теперь. Ну, кладезь здесь однозначно была хорошей идеей. Это позволило быстро очень разобрать эту толпу. Так, я побежал, тут у меня патрики есть. А так все, уже поздно. То есть ты предлагаешь вот с этой стороны стой, где ты, да? Сейчас граната им туда пойдет, товарищам. Оп. Лужа маленькая.
которого теперь убьем. Не вижу его. Вот, вижу все. Босса убили, да? Раскукоживаем кнопку. Вроде все. На анархию 3 пульки. Чаль. А, еще. Так. Ну ладно. Ну что, Бич? Ты бежишь со мной? Все. Странно, но видит так, как будто граната попала в него. Она не попала. Вообще на него не отвижена. Кстати, бабки. Больше в собес не слетает. Вроде была здесь хэви кирпичик, ну где она, не понятно. Так, 3 пульки на анархию и есть. Она у меня нет. Печаль. Ну ладно. Ну, не так плохо. 15 минут на этот замес. У нас в прошлый раз было меньше времени. Проблема такая, у меня граната не зарезалась. А ты где? А я к тебе не залез, а что ты вниз ты пошел? А я к тебе не залезу теперь, мне кажется. Или за, а может ты залезу, не знаю, что. На гранаты я только не попал. Ну, блять, вот с этим модом я теперь отчасти понимаю, почему эзотерикс. Потому что навесом не бросишь. Ну, давай поговорим. А ну, сюда подошел. Ебать, он глаз поставил.
Да у меня захуяч сейчас руками просто. Пиздец. Что за дела? Бля, там еще перегруженный вылез. Ну ё-моё. Вообще что-то какое-то. Он внутри пузыря, что ли, что-то он иммунный, я не пойму почему. Так. Как залезть туда? Так, не залезть отсюда. Может быть, вот отсюда. Выглядит так, что могу. Эть. Мобильности не хватает. Так. Кстати, да. Ну просто я вроде как вот долетаю, я почти что ухватываюсь. Ведь цып-цып-цып туда не получилось. А вот тут с ускорением хорошая идея была. Ну это ты придумал, не я. А как тебя убили? Не я там встал перед тобой случайно? Пойдем сюда, ёбнем их. Я много анархии, я могу убить жижу. Да. А у меня что-то не получилось, я как пытался вне страны. Только куда? Здесь как бы циклопа отсюда бить. Первый циклоп будет слева от нас сейчас, вот как мы стоим. Я не уверен, что мы в одном и том же месте прятались еще. Тоже не помню. Хорошо. Гранату они получили в лицо. Еще получили. Там уже и ботов-то немного. Вот смотри, циклоп будет первый, по-моему, вот там, где стою я сейчас. И я прятался там, где сейчас стоит босс. Но я не уверен, что я смогу также попасть в него гранатой, и она, ну, анархии-то смогу, а вот гранатой так же, как тогда, не смогу, наверное, потому что у меня мод на нее стоит. То есть мне бы, наверное, может быть, попробовать сначала побросать гранату. Ты не мог бы встать сейчас туда, где я стою? Вот здесь вот, смотри, если к стенке, к задней прижаться и присесть, то вообще безопасно, они не бьют. У нас скоро это говно будет. 5... А, 10 минут у нас еще, да? Ну, 10 это нормально, за 10 успеем.
Ну, главное убить быстро первых двух циклопов. Там просто есть мобьё маленькое. А мне нечем их убить, они войдовые щиты имеют. А, угу. Все, у меня откатилась гранатка. Сейчас вот того я убью, наверное. Не добил. Не добросил. Ну, давай я в босса пока постреляю. Его все равно пробивать. На циклопа главное анархию кидать, остальное все посрать, там ничего не важно. Хотя и циклоп тоже, в общем-то, ну, убьем уж как-нибудь. Надо, чтобы босс оттуда, где он сейчас стоит, съебал. Потому что меня вот эта позиция босса не устраивает. Мне нужно, чтобы я там стоял, а не он. Там пузырь будет большой. О, он оттуда съебал. Спасибо. Маленького сможешь вот этого убить? Все, дальше добью. Угу, добил. Так, пулек жалко, у меня не очень много на маунт-топ. А, вот здесь вот есть. То есть получается, я стою вот там, где я сейчас стою. Здесь я и хочу стоять. Значит, можно босса доколупывать уже. Я, может быть, предлагаю обе ульты потратить сразу на этого циклопа. А там дальше норм будет уже. Я сначала кидаю ульту в циклопа, и теперь подхожу к тебе, чтобы дамажить его. Гранатой попал. Нормально, нормально. Перегруженно идет. В меня сетка. Нет, все нормально. Я снял. Мне ваншотнет. Все нормально. Циклоп мертв, все хорошо. Я. Так, я рыцарю пытаюсь снять сейчас красный барьер. Гранатка зашла. Так, этому красный барьер снял. Ну, еще много времени. Очень хорошо. Ну, проснулась. Тыква. Он бежит. А, тут еще один, ё-моё. Я что-то думал, мы весь трэш зачистили, раз босс проснулся. Оказывается, тут видишь как. Ну, сейчас хорошо идти на верхотуру, на ту. Вот, все, я отсюда долбить. Я не вижу, кого долбить. Алло, блин. Так а где враги? Боятся нас. Время тянут, смотри, уроды. Вон, босса вижу. Ну, я убил его, наверное. Я не знаю, в него два раза стрельнул там из лука. Наверное, он сдох.
Сейчас пойдет спаун ботов. У меня есть граната. Я с этим попытаюсь разобраться. Ну, граната попала. Граната урон нанесла. Только что-то это какие-то нити, боты, это какие-то боты-курильщики. Не знаю, что это. У тебя много пулек на анархию? У меня осталось 12, я больше не хочу их сюда тратить. Сейчас, если ты его... Нет, еще гранаты чуть-чуть времени нужно. Ульту не хочу тоже тратить на это. Чудо циклопа ее поберечь. Не, наверное, не буду гранату в него давать, он и так умрет. Блин, я ему в щит попадаю все время, задолбался. Так, пойду возьму для маунт-топа пульки. Внизу. Норм. Ну, теперь его надо просто задамажить. Потихонечку. Ну, еще 2 минуты есть. Клопа за это время успеем убить. Дальше проблем быть не должно. Стреляет осторожно. Ну, я урона в него много на нем уже. Ульта вроде бы... Все, циклопа нет. Да, все, дальше изи. Граната пошла в дело. Минотавра убиваем. Сколько у нас еще? 5 секунд лужи. Ой. Маленькая лужа, если есть, тоже можно поставить. Хуже не будет. А все, мы мобов-то разобрали. Сейчас Чучундра вылезет. Чучундра. Она вылезла. Спаун мобья принимаю гранатой. Вот этого очень важно убить. Вот этого додика. Я лужу поставлю. Он очень много урона наносит. Так. Все вроде. Сейчас в него тоже гранату дам. Сейчас по нему урон пойдет повышенный. Имеет смысл анархию повесить. А я нет, мне тут нравится. Да. Понял. А, вон, все, вижу, вижу, да, вижу. Ух ты, кладезь, это очень хорошо. Не знаешь, что такое обидно. Так, сейчас давай-ка вот этого внизу прозрачного граната я приму. Сейчас проявится, убьем его, опасный чел. Все? У нас еще 20 ресов. Все. Поздравляю, коллега. Успели до ресета. Золото получили, ну... Не за этими шардами мы же сюда шли. Ну, что я могу тебе сказать? Я думаю, что это прекрасная была попытка. Не понадобился никакой бабл. Все нормально получилось. Быстро на начале шли. На боссе было у нас минут 16, да? И 15 из них нам понадобилось. А вот этот хайп. Слава богу, черный экран у меня не выпал. Ё-моё. Вот сейчас было бы обидно. Ты еще останешься или уже надо идти?
Я-то предлагаю перерывчик сделать, перекусить что-нибудь. Я что-то почти ничего не ел сегодня. Поужинать пора. Спасибо. Ты, ну, отойдешь тоже чайку попить, да? Ну, тут неплохая. Ну, а потом что-нибудь найдем, чем заняться.